Хорошо. Так. Длинноватый отрывок получился, но я его смотрел с интересом, потому что первый раз. Вы будете смеяться. Это фильм, который недавно прошел по телевизору, совсем недавно, но шел он в такое глухое ночное время, что его мало кто видел. Это такой дремучий довольно детектив, «Саша добрый, Саша злой» называется. Ну, наверное, его для пробы пустили в глухую ночь, а потом повторят как надо. Итак, здравствуйте, дорогие мои товарищи. Сегодня объявлен, и вы об этом знаете, такой концерт по заявкам. Я, в сущности, никогда не принимаю заявок никаких, особенно во время концертов, потому что программа составлена, и не дай бог кто-нибудь пришлет из случайно забредших сюда людей, пришлет просьбу спеть «А белый лебедь на пруду» или «Очи черные», и я буду беспомощен, потому что всех слов не знаю, честно скажу. И в этот раз я решил, знаете как, тем не менее я всегда поступал так. Кто в зале мне прислал такую записку с просьбой исполнить что-то, я, значит, обещал это исполнить на следующий концерт, эту заявку принять к сведению, во внимание и ее включить потом. Это, конечно, обязывало автора записки купить еще раз билет, но заявка обязывает. И в этот раз я решил заранее, не надо ничего покупать, никаких билетов лишний раз, я решил объявить прием этих самых заявок в интернете и на почте «Гнезда глухаря». Число этих заявок, в общем, оно превысило рамки моего концерта, и поэтому уже даже пришлось продлить. Объявили следующий концерт 18 апреля. И этот прием этих заявок продолжится. Я никоим образом не призываю вас еще раз приобрести билеты на 18 апреля, но, тем не менее, обязан об этом сказать, потому что 18 апреля, то есть меня порадовало, конечно, что количество заявок стало больше, чем я смогу выполнить в этот день. Вот. Остальное – это, что называется, техника, как обычно. Все начнется с песен. Жалко, что было только две заявки на стихи моего первого соавтора, сокурсника и друга ближайшего, Леонида Филатова, но они будут исполнены. Сегодня будет здесь 20 с лишним песен, которые я строго выполню. Те пожелания, которые были присланы по вышеназванным адресам. Из всех возможных заявок я бы сам такое заявил. Потому что как-то так мне было приятно, что люди просят спеть то, что мне будет не противно. Ну, за исключением одной, правда, песни под названием «Клавочка», которую я пою в редчайших случаях. И эту глубокую мятежную юность окунаться вновь мне совершенно не хочется. Но, тем не менее, что прислано, что пожелали, то и выполню. Это, кстати, тоже одна из песен на стихи Леонида Филатова. А о ней придется сказать отдельно, потому что там такая атрибутика в этой песне, что надо объяснить, она далекое прошедшее время, и там всякие, это и ресторан, в котором происходит действие, иначе эта песня называлась «Рассказ о посещении Клавы Ивановой ресторана Всероссийского театрального общества». Вот так длинно она называлась. Потом ресторан этот вместе с первого по пятый этаж сгорел, вероятно, для того, чтобы там образовалась впоследствии после ремонта торговая галерея. Ну, как водится. А этот весь дом актера уже стало не Всероссийское театральное общество, а Союз театральных деятелей. Оно перекочевало на Арбат, как известно. И вот и место действия этой Клавочки сгорело. И окружающие ее люди давно, наверное, ушли в мир иной. Но способ познакомиться с девушкой, куда-нибудь ее увезти, остался прежним. Впрочем, там фигурирует фамилия Шарля Азнавура, который, как я слышал, вновь, уже в своем почтенном возрасте, сюда приезжает петь.
Я иногда смотрю на него, на моего любимого певца, и думаю, мне бы, вот если бы я что-нибудь пожелал в жизни, это то, чтобы я в его, в таком же возрасте, как у него, мог бы продолжать петь. А больше, пожалуй, ничего. Но на этом вступительное слово заканчивается. В антракте, если у кого-то возникают какие-то вопросы, то вот столик. Я перед началом второго действия на эти вопросы отвечу. Что еще? Большинство песен здесь было заявлено всего лишь 3 под гитару. Остальные все под записанный аккомпанемент. Где-то уже звучат гитары, но там играют, в отличие от меня, профессиональные музыканты очень высокого полета. Вот, собственно, все. Начнем с песен на стихи Леонида Филатова. И первая из них... романс «Как мокрый куст сирени». Ну, без названия, в общем, по первой строчке. Пожалуйста, Антон. Как мокрый куст сирени тяжела, над станцией качалась тишина, глухая и дремотная да нельзя. И вдруг экспресс Москва-Владивосток взошел, как ослепительный росток. Из светового зернышка тоннеля экспресс он эту ночь разворожил, как палкой угольки разворошил. Взаимосвязь заборов, стен и кровель. Прошла минута, и остыл тоннель, и странным сгустком бликов и теней над станцией возник девичий профиль. Но это в прошлом, а теперь пора. В один из понедельников с утра пересчитать накопленные даты, и кроме добрых встреч и умных книг подробнее припомнить некий миг, отмеченный неясностью утраты. И сквозь валежник разных мелочей тот давний миг забрежет, как ручей. И тут уж не до сна тебе, философ, уже зима, и на дворе мороз, и под столом уютно дремлет пес, потлатый и седой, как Франц Иосиф. И вот не в силах сам себе помочь, ты все воспоминания гонишь прочь, а часовая стрелка целит в полночь. Бессильна память, бесполезна злость. Одно понятно, что-то не сбылось. А что, когда и где, уже не вспомнишь. Я отдельно приветствую мою любимую семью, которая приходит почти на каждое мое выступление. И как-то раз, я надеюсь, ваша заявка здесь тоже есть какая-нибудь, ребята? А, или нет? Молчат, значит, нет. Но они все время шляются по заграницам, поэтому им не до меня, значит, в то время как они не в Москве. Вторая песня, вот как раз та самая пресловутая «Клавочка», о которой я уже сказал несколько недобрых слов. В конце там есть...
слова «Едет утречком на лекции дуреха, восхитительная или ослепительная сверстница моя». Ну, сейчас смешно предположить, что я бы учился вместе с Клавочкой в одном институте, но, тем не менее, вы простите меня за этот ретро-взгляд туда, в далекое прошлое. Поехали, Антон. Клавка в струночку, лицо велей бумаги, и сидит, не понимает ничего. А вокруг все киномаги да завмаги, да заслуженные члены ВТО. Что ни слово Мастрояни да Феллини, что ни запись Азнавур да Адамо, так и сяк они крутили да финтили, а на деле добивались одного. Клавочки, вам удочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самы под сваями в круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. А снабженец Соломон Аронович Лившиц в дидероновом костюме цвета беж обещал сообразить японский лифчик и бесплатную поездку за рубеж. Говорил ей, как он хаживал по Риму, как в Гонконге с моряками пировал. Ой, глушили Клавку так, как глушат рыбу без пощады, чтобы в раз и наповал. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как с мамой под сваями в круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. И сидел еще один лохматый гений, тот, которого поймут через века. Он все плакал возле Клавкиных коленей и бессвязно материл Бондарчука. Все просил он, все искал какой-то сути, все кричал, что на семь бед один ответ. А в конце вдруг объявил, что бабы суки, и немедленно отчалил в туалет. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самый под сваями в круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Ну а третий все развешивал флюиды, докосил многозначительным зрачком, намекал, что, мол, знаком самим Феллини, а по роже не скажешь, что знаком. Клавка мчится в кругаля, как чумовая, задыхаясь и шарахаясь от стен. Кум Сличенко, внук Феллини, друг Чухрая и свояченик самой Софи Лорен. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самый под сваями в круг твоей юбчонки крутятся да вертятся лысые мальчонки. Клавка смотрит вопросительно и горько, ей не видится, не дышится уже в этом диком и цветном, как автогонка, восхитительном и жутком кураже. Но опять шуршит под шинами дорога и мерцает дождевая колея. Едет утречком на лекции дуреха, ослепительная сверстница моя. Клавочка, водочка или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самый под сваями в круг
твоею пчелки крутятся, да вертятся лысые мальчонки. Варшавский вальс. Понял? Простите, пани, и позвольте обратиться. Я в меру честен, в меру прост и в меру пьян. Мы беспокойны, словно пальцы органиста, и вся земля от нас рыдает, как орган. Простите, пани, я не врач и не фотограф. Я не искал вас, это вы меня нашли. А я другой, я просто ваш, я тот, который подарен вам, как знак внимания земли. Как не смешно, земля имеет форму шара. Я заговариваюсь, я немножко пьян. Простите, пани, если вы сама Варшава, то я один из ваших верных горожан. Прощайте, пани, я не врач и не фотограф. Я не искал вас, это вы меня нашли. А я не тот, я просто ваш, я тот, который подарен вам, как знак внимания земли. И песенка о дуэлях. Пожалуйста. Ошибся. Все-таки 4 песни на Филатова. Не важно то, что вас нечаянно задели. Не важно то, что вы совсем не из-за дир. А важно то, что в мире есть еще дуэли, на коих держится непрочный этот мир. Не важно то, что вы в итоге не убиты. Не важно то, что ваша злость пропала зря. А важно то, что в мире есть еще обиды, прощать которое обидчику нельзя. Не важно то, что вас мутит от глупой позы. Не важно то, что вы стреляться не мастак. А важно то, что в мире есть еще вопросы, решать которые возможно только так. Не важно то, что для дуэли нет причины. Не важно то, что ссора вышла из-за там. А важно то, что в мире есть еще мужчины, которым совестно таскаться по судам. Теперь 3 песни на стихи, ну, второго моего по объему, по значимости автора Лёши Дедурова. «Прогулка с другом в конце июня». Я рад, что попросили эту песню спеть. Пожалуйста. Мой друг, я сам не знаю, что за мной. Я вдруг тоской настигнут, как войной, виной предощущением разлук с тобой, мой старый друг. И нас
окутал ветер пуховой на час. Отпустит, чтоб вернуть с лихвой туда, где поджигает пух, кто юнь, смотри, горит июнь. По переулкам пустым и гулким спешит за нами чей-то шаг. Вот крик, вот шепот, вот крик, вот шепот, спешат, спешат, куда спешат. Вот плач, вот хохот, вот крик, вот шепот, спешат, спешат. Мой друг, не знаю, в чем моя вина, наш круг, Москва одна и жизнь одна. Я жил, не бог, так враг меня прости. Скажи, откуда стыд? Идут за нами стены, как родня, идут. И там дворы зовут меня стрижи, нас вспоминают в небесах. Скажи, откуда страх? По переулкам пустым и гулким спешит за нами чей-то шаг. Вот плач, вот хохот, вот крик, вот шепот, спешат, спешат, куда спешат. Вот плач, вот хохот, вот крик, вот шепот, спешат, спешат, куда спешат. Простая песенка про большую любовь. Много лет назад, увы, предпочли другого вы. Что ж, а я спою песенку свою, как я нежно вас люблю. Я всю жизнь пою песенку свою, как я нежно вас люблю. Кто поспел, тот и посмел, а кто пел, тот не поспел. Все равно пою песенку свою, как я нежно вас люблю. Я всю жизнь пою песенку свою, как я нежно вас люблю. Как другому повезло, так чего же он смотрит зло? Странно, но я пою песенку свою, как я нежно вас люблю. Я всю жизнь пою песенку свою, как я нежно вас люблю. Мне твердят, так жить нельзя. Глянь, прошли друзья в князья. Пусть, а я пою песенку свою, как я нежно вас люблю. Я всю жизнь пою песенку свою, как я нежно вас люблю. Сколько
вслед, смотрю вам вслед. Столько не заметил лет, и хорошо я пою песенку свою. Я всю жизнь пою песенку свою, как я нежно вас люблю. Но вышло так, и я пою песенку свою, как я нежно вас люблю. Вот я и пою песенку свою. Мы с Антоном пропустили одну песню, но я так перескочил. Вальс Шарами. Верни на, да? Понял. В платье серебристом ты пришла на пристань. Юнкера мои на борт грузятся быстро. Жених и невеста, мы под вальс оркестра. Обнялись с тобой тесно, тесно, нет места кружить. Дальний бочек слышны, танец наш бездвижный. Мне и наяву снится будут в Париже. Нам была команда, а тебе не надо. Вновь ада в круг, с нами вместе по трапу спешить. Шерами бьется волн хрусталь, подними вуаль, подними. Бог тебя прости, а меня едва ли. Опусти вуаль, опусти. Бог тебя прости, а меня едва ли. Опусти вуаль, опусти. Будто нет команды, медлят музыканты. Хоть и поднялась к сердцу дрожь канонады. От любви и плена нас зовет сирена, а меня вся Русь держит, держит твоей рукой. Я целую руку, я иду в разлуку, но оркестр врос и звучит нам на муку. Медь и сталь расстались, и с тобой остались небо и земля, где любили мы в жизни другой. Шерами бьется волн хрусталь, подними вуаль, подними. Бог тебя прости, а меня едва ли. Опусти вуаль, опусти. Бог тебя прости, а меня едва ли. Опусти вуаль, опусти. Бог тебя прости, а меня едва опусти, опусти. Сказать, что я и здесь, и в середине второго отделения собираюсь вам кое-что прочесть. Первый отрывок, это будет из моей книжки. Что-то я решил. Знаете, будем считать, что то, что я собираюсь прочесть, это мои собственные заявки самому себе.
То есть я вот по вашим просьбам что-то исполняю, а тут, значит, будет вот такое. Я давно, я, наверное, вообще никогда не читал в этой аудитории отрывок из книжки моей «Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка» про такой главы, которая касается наблюдений наших жизненных. И вот одно из них. Ну, там целая коллекция, может быть, собрана. Я сегодня смотрю, например, по телевизору, там идет какая-то реклама о Людмиле Сенчиной, о ее каком-то потом, опять же, желтый канал во главе с Корчевниковым будет освещать ее связь трагическую с членом политбюро ЦК КПСС, Ленинградского обкома, значит, вот и так далее, и так далее. А я вспоминаю другое, как у Сенчина брали интервью, и она спустя многие годы и несколько своих браков сказала следующее, не понимая, наверное, контекст того, что говорит. А какие ваши вообще, вот как бы вы хотели в личной жизни, спросил корреспондент, дальше существовать? Она сказала, я бы хотела, сказала Сенчина, чтобы со мной рядом был человек покойный. И это, как бы вам сказать, такая странноватая некрофилия, прозвучавшая в ее, значит, устах, никто не обратил внимания. Она имела в виду спокойствие, но вот звучало это именно так. Покойный, значит, вот давай, полюби кого-нибудь в морге. Так, вот наблюдение, значит. Ну, тут я еще вот перед этим такое короткое, как я был на премьере у Георгия Мартынюка в театре «Малой Броны», а потом туда вошел молодой артист, такой слегка взвинченный такой молодой артист, а Гера в это время переодевался и снял с себя верхнюю часть одежды, то есть Гера был Мартынюк топлес. Тот посмотрел на него, молодой артист, и сказал: «О, Георгий Олегович, смотрите как, это интересно. Если вам вот, например, голову отрезать, вы еще совсем молодой». А это, по-моему, прилично написанное, но наблюдение, касающееся наших гастролей театра в городе Томске. Со спектаклем «Чайка». Спонсор наших гастролей по всему очень богатый, авторитетный в области человек. И к тому же очень радушный. Банкет с деликатесами – это так, вздор. Он ведет нас знакомить с настоящими вложениями своего капитала. Вот здание, это мое. Там магазины тоже мои. А вот деревянная скульптура. Я вложил деньги в этого художника. Скульптура, к слову сказать, чудовищное громоздкое сооружение. Плод запредельных алкогольных фантазий. Шедевр абстиненций. Но это ладно. А вот еще, потом говорит, а вот еще массажный кабинет. Настоящий тайский массаж. Тут надо еще сказать, что он был совершенно крохотного роста. Примерно 1,50 м. Ну, такой большой бородой. Такой, знаете, такой карлик из Руслана и Людмилы Пушкина. И вот такой, который прежде, значит, имел какое-то политехническое, экономическое образование, а потом занялся бизнесом и сильно поднялся. То есть он сам по себе был такой забавной наружности человек. Значит, он говорит, вот еще массажный кабинет, настоящий тайский массаж. Он тут невообразимо хвастал, конечно. Я тут выписал настоящих девушек из Таиланда. Ладно, идем. Бассейн, джакузи, атмосфера знойных субтропиков и девушки-массажистки, которые имеют такое же отношение к Таиланду, как я к Зимбабве. В лучшем случае они из Казахстана. Но не специалист, не этнограф, все равно не поймет. Главное, что в них есть восточный колорит. Кроме того, чувствуется, что девушки готовы за определенную, или если хозяин прикажет, выйти плату, или если хозяин прикажет, выйти далеко за пределы оздоровительного массажа. Давайте, говорит одна, облизывая кончиком языка ярко окрашенный рот, мы вас помассируем. Она хочет угодить и бизнесмену, ведь я его гость. Но я говорю им, что боюсь оказаться слишком потрясенным и отказываюсь.
Идем дальше. И он показывает нам свою гордость. Стриптиз в баре на втором этаже. Он сам это организовал, устроил, набрал девушек, заплатил за их обучение, вывел зрелище на европейский уровень и придал ему, как он думает, художественный смысл. Стриптизу. Что артистам стриптиз? Что они не видали его? Вот пластические этюды с раздеванием, даже сценки, в которых даже две девушки и покажут нам красоту и преимущество лесбийской любви, вот это артистов приятно удивит. Оказался, однако, обыкновенный стриптиз. Все то же самое, музыка, шест, вокруг которого смешивается хореография и акробатика, и стереотипные образы. Или женщина-вамп, или опытная гиперсексуальная блондинка, изнемогающая от собственной похоти, или наоборот, застенчивая юная девочка, почти ребенок, в кружавчиках, которая раздевается, якобы жутко стесняясь, якобы. Апофеозом номера является момент, когда обнажается грудь. Это подается как смертельный трюк, который не всякий из зрителей может вынести. Все по замыслу режиссера, которым наш хозяин втайне себя считает, должно иметь предельный эротический эффект тогда, когда персонифицировано, направлено на одного выбранного стриптизершей человека, когда все делается для нее, для него и соблазняют его лично. Приват-танец, так это называется в стрип-клубах. В этот раз объектом сексуальных домогательств выбирается Михаил Андреевич Глузский, чей 80-летний юбилей мы в театре недавно отмечали. Глузский сидит у стойки бара, ближе всех к зрелищу. Хозяин, а вот тут Женя Дворжецкий, царство ему небесное, я и Володя Стеклов сидим рядом, поэтому все слышим и видим близко. Хозяин делает знак кому-то, чтобы занялись именно Михаилом Андреевичем. И тот передает задание девушке, как раз той самой, которая воплощает образ гиперсексуальной эксгибиционистки. Она начинает мощную обработку Глузского. Но человеку 80 лет. И не всякий, даже кавказский долгожитель, способен на возбуждение в этом возрасте. Но надо знать Глузского. Он делает вид, что страсть пожирает его. Просит, чтобы ему немедленно принесли выпить. Девушке кажется, что успех уже достигнут. Ее зад вертится прямо перед лицом Михаила Андреевича. Она уже просто-таки совершает половой акт с воображаемым партнером, то есть с ним, о котором мечтала всю жизнь. И вот он, наконец, явился. Крещендо. Девушка чуть-чуть отдаляется от него спиной и расстегивает бюстгальтер. Ну, почти как в фильме «Бриллиантовая рука» со Светличной. Но она далеко не уходит. Она расстегивает бюстгальтер, разворачивается и бросает голую грудь на стойку рядом с бокалом Глузского. И уже лицом и губами в 20 сантиметрах от его лица обещает ему райское наслаждение. И тут Михаил Андреевич еще подвигает к ней свое лицо, будто готовясь к неизбежному поцелую, тихонько так ее спрашивает: «А мама знает?» Ну, чем вам не наблюдение? Все, спасибо. Сейчас я вам спою намеченный и заказанный романс «Один под гитару», и тоже на стихи Алёши Дедурова, который называется «Ленинградская осень». Что такое?
Кто что-то с места сказал? У нас диалога с вами не получится, по-любому. Если вы будете со мной пытаться в него вступить, в диалог. Ленинградская осень. Осенние скверы прошиты лучами какой-то девчонки. Твержу, как знакомый, законно, что все наши встречи случайны, случайно. Что же разлуки законны, без всяких претензий, на вечер и завтра я с ней прохожу до угла, до могилы. Октябрьский полдень, секунда до залпа. Тут я забыл сказать, что в 12 часов с Петропавловской крепости в Петербурге всегда бьет пушка. Октябрьский полдень, секунда до залпа. Мы живы и молоды, разве не мило? Вы просто красивы, я просто в ударе. А город всегда величав и узорчат. Ударила пушка, подружка, мы стали немножечко старше, не чуточку зорче. Ударила пушка, подружка, мы стали немножечко старше и чуточку зорче. Идет ваш троллейбус, но, может быть, рано прощаться. Да-да, без смешного вопроса, как это в романсе. Как странно, бывало мне странно. Сегодня так просто. Спасибо за рожицу легкой печали, мелькнувшую в темном квадрате оконном. Законно, что все наши встречи случайны, случайно. Что наши разлуки законны, законно. Что все наши встречи случайны, случайно. Что наши разлуки законны. Нас с Дедуровым, слава Богу, познакомил выдающийся поэт, один из лучших поэтов современности, Юрий Ряшенцев. На чьи стихи у меня тоже есть несколько песен. И вот одна из них, «Что-то про любовь» называется она. И другая, следующая тоже будет, которой мы закончим. Как-то на перроне вокзала, где-то на исходе весны, что-то еле слышно сказала новобранцу красотка, не зная войны. Что-то про волну, про вчерашнюю беседку и про то, что май промелькнул и был таков. Что-то про луну и сиреневую ветку,
где в любом цветке пять счастливых лепестков. Что-то про закат в стекле оконном, что-то про любовь, мол, нежна, да не слаба. В этот самый миг кто-то крикнул по вагонам, то ли командир, то ли может быть судьба. Как там, когда роща дымилась? Где там, где лежал он в крови? То ли парню просто приснилось, то ли зяблик пропел из паленой травы. Что-то про луну, про вчерашнюю беседку и про то, что май промелькнул и был такой. Что-то про волну и сиреневую ветку, где в любом цветке пять счастливых лепестков. Что-то про закат в стекле оконном, что-то про любовь, мол, нежна, да не слаба. Трудно встал солдат, но не дался он воронам, то ли зяблик спас, то ли, может быть, судьба. Когда-нибудь не похоже на когда-то, но одна любовь нам сулит обратный путь. Просто без любви нету шанса у солдата не пройти между мин и не пулю обмануть. Не пройти между мин и не пулю обмануть. Первое отделение. Песенка о туманной надежде. Это было написано Ряшенцевым к мюзиклу «Папский мускат». Но я, когда нашел, ну, когда увидел эти стихи, решил, что имею право на какую-то свою версию. Вот таким образом появилась недавно, появилась эта запись. Пожалуйста, песенка о туманной надежде. Туманная надежда, подруги нет верней. Она хоть и обманет ненарочно. Распята ежедневно любым из наших дней, чтоб чистой возвращаться еженочно. За веру мы наказаны судьбой. Судьба за веру — мизерная плата. За то, как сладко родине твердить наперебой, что в ней мы будем счастливы когда-то. За то, как сладко родине твердить наперебой, что в ней мы будем счастливы когда-то. Туманная надежда, подруги нет верней, она хоть и наивна, да надежна. Ах, без нее так пусто, зато как грустно с ней. Она опять обманет, сколько можно. Пока судьба в руках у пустяка и ничего не значит для фортуны. Зачем глядим так искренно, и поступь так легка, а жесты и порывисты, и юны.
надежда полночных весен плод. Дитя сырого русского простора, какие сновидения встают к нам из болот. Они для нас погибель и опора. Но если им свершения суждены, тогда не зря горели наши свечи. Тогда по праву веселы, по праву и пьяны мы в шуме пира и в разгаре сечи. Тогда по праву веселы, по праву и пьяны мы в шуме пира и в разгаре сечи. Антракт.